Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю, друзья, делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Как и обещала, записываю видео по буксу CoinEx. Я несколько минут назад записывала по выводу, я ставила на вывод 250 тысяч биткоин-сатошиков. Сейчас, секундочку, закрою рекламу. Денежка мне, монеты мои поступили. Могла бы и не могла бы поставить на паузу, там буквально минута. Я видео еще не успела загрузить по выводу, а монеты мне уже поступили на кошелек. Так, давай грузить реклама моя. Вот, все замечательно, но у меня не было сомнений в том, что он не заплатит, потому что уже очень много выводов, информации о том, что этот проект платит. Мне пришло на почту, значит, вот такое вот письмо Виндрав. То, что я поставила на вывод 254 тысячи, и мне пришло 204 820 монет. Переходим. Так, даже вот здесь я еще даже письмо не открывала. На почте. Так. Оповещение от Coinbase. Ну что ты? Давай открывайся. Вот вы только что получили 804 820 биткоин сатошиков. И на кошелек. Вот мой платеж. 204 820 биткоин сатошиков. И число. 20.01. Все замечательно. Бокс платит. Также вот здесь, друзья, транзакции. Можно это все отследить. Ну, вот это вот рекламку, что я просматриваю. У меня, кстати, все здесь. Вот все числа 30.01. Вот месяц идет. Ни одного дня у меня не пропущено. Я вот собираю все. Далее, что еще здесь? Вот тоже. Так. А это history. Вот. История. Это историю мой перевод. Я вот CoinEx меняла на биткоин сатошики. Также здесь все у вас такая же самая, как бы, история. Депозиты у меня пусто. Я ничего не вкладывала. Виндрав. У меня все комплект. Все заплачено. Вот 204 820. Все замечательно. Значит, друзья, проект платит. Кому интересно, работайте. Но не интересно, не работайте. Каждому свое. Я довольна, что я не зря потрудилась. Да и тружусь. Верификация, друзья, здесь не обязательно, так как мы большие суммы не собираем. Минималку набрали, поставили на вывод. И все. Только что обязательно здесь двухфакторная защита. Всем удачи, больших заработков. Продолжение будет следовать. До новых встреч.